Сюжет голливудского фильма напоминает и следующую новость. Полиция Малайзии подтвердила факт смерти сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына. В аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины и укололи отравленными иглами. Ким Чон Нам скончался по дороге в больницу. По мнению японского агентства Киода, преступницы были агентами северокорейских спецслужб, отмечу, погибший старший сын бывшего северокорейского правителя Ким Чен Ира. Какое-то время он даже считался и наследником, но потом впал у отца в немилость и перебрался за границу. Как пишут местные СМИ, он позволял себе критиковать сводного брата.